10 обращений, практически все касаются работы жилищно-коммунального хозяйства. Таков итог субботней прямой телефонной линии, которую в Лиде провел заместитель председателя райисполкома Андрей Каврига. Звонили в основном горожане. Они жаловались на течь крыш, состояние тротуаров и дворовых территорий, просили объяснить, как начисляется оплата за услуги ЖКХ и интересовались, когда планируется провести ремонт инженерных сетей в доме номер 21 по улице Ленинской. Три вопроса мы объяснили людям. Разъяснили в процессе прямой линии. Тематика вопросов основное – это наше жилищно-коммунальное хозяйство. Значит, два звонка было с улицы Машерова по очистке пешеходной дорожки, которая проходит от магазина номер 17 до 16 школы. Также обращались с улицы Калинина по прочистке тротуаров. Еще были звонки с агрогородка Бердовка, жилец многоквартирного дома. Хотел бы, чтобы помогли разобраться в оплате за систему отопления. Однозначно все звонки будут рассмотрены. Возьмем на личный контроль, как говорится, ответы на эти вопросы.